Меня зовут Ирина Влешевская, и сегодня мы играли в игру «Гештальтер». И я бы хотела рассказать немножко о своих впечатлениях, а потом поприветствовать всех, кто увидит этот отзыв, и что-то сказать для них. Так вот, что это значит для меня? Для меня это значит хорошая компания людей, которые идут немножко дальше, чем они могли бы просто, ну, сидя где-то там на каком, ну, в другом каком-то формате о себе рассказать или как-то повзаимодействовать между собой. Эта игра позволяет увидеть в каждом, кто участвует, возможно, что-то о себе услышать, увидеть, примерить это к себе, понять что-то о себе, если, конечно, мы готовы открываться. Игра – это инструмент. И даже если, ну, как я пришла без ожиданий, я не особо читала, что это и как это был просто импульс быть здесь. Так сложилось, что у нас подобралась очень замечательная компания, я благодарю ведущего и создателя игры за то, что мы все здесь собрались. И я хочу призвать тех, кто видит этот отзыв, друзья мои, играйте, открывайтесь миру, открывайте себя в этих играх, позвольте этим инструментам взаимодействовать с собой в пространстве, ну, Вселенной. То есть не думайте о том, что игра заканчивается, когда мы уходим из-за стола и собираются карточки. Думайте о том, что это нечто, что пробуждает вас. Возможно, некую эмоцию, возможно, вы получите некий инсайт, какое-то понимание, почувствуете чувство какое-то, да, захотите что-то сделать, какой-то шаг, какое-то действие, ну или наоборот, примите какое-то решение. Думайте о том, что это то, что в принципе не заканчивается. Уходя из-за стола, вы продолжаете играть в игру под названием «Жизнь». А эти инструменты, они помогают нам понимать, возможно, как легче, как радостнее, как подобрать компанию, с кем вместе дальше играть в эту игру, ну, под названием «Жизнь». Ну, вот как-то так. То есть желаю всем хорошей игры и благодарю еще раз ведущего и создателя и всех участников.